Научно-техническое общество «Альвис» больше 20 лет занимается синтезом конструкционного полимера «Капролон». «Капролон» применяется абсолютно во всех областях машиностроения. Нами разработаны новые марки «Капролона». Очень легкая спецмарка SF. Марки серии 1915, позволяющие получать изделия с точными размерами. Графит-наполненные марки, например, «Капролон 42», прекрасно работающий на трение, в узлах трения. И марки 4.15 и 300, марки, позволяющие не накапливать статический заряд. «Капролон» выпускается в виде заготовок разной формы, стержни, пластины, втулки, а также заготовки сложной формы. В этой выставке участвуем в первый раз. Профессиональный уровень высокий, посетителей достаточно, вопросы интересные и, надеемся, что не безрезультатное участие в этой выставке, как для нас, так и для посетителей. Как вы оцениваете конкурентоспособность вашей продукции, допустим, с европейскими какими-то аналогами? Есть ли такие аналоги в Европе? Трудно сказать про аналоги. То, что на сегодняшнем рынке предлагается как аналог «Капролона», уступает значительно нашему полимеру по физико-механическим характеристикам. Европа везет красивые полимеры, но такого комплексно-прочностных характеристик, какими обладает наш «Капролон», нет. Какие сферы применения основные продукции вашей? Абсолютно все отрасли машиностроения. Тяжелое машиностроение, авиационное машиностроение, горное машиностроение, пищевое машиностроение, фармацевтическая промышленность. Абсолютно все отрасли промышленности. Судостроение, авиастроение, всюду. Мы овладели технологией синтеза «Капролона» значительно лучше, чем европейские партнеры. Мы с этим материалом делаем то, что не умеют делать в Европе.